Всем привет, друзья. Вот это еду и думаю, какая шикарная осень, если бы не это ебанутое ботоксное хуйло, какой бы был шикарный оффроуд. Ну ничего, все будет хорошо. Просто жестко поливает, причем так уже, ну, с перерывами, но, наверное, с ночи похоже по лужам. Мерседес новый, то ли CLS, не пойму какой даже. Такой заряженный вообще кузов красивый. Или R-ка новая, не вижу отсюда. Напишите. Не, это электрический какой-то, судя по всему. EOS какой-то. Да, красавчик, конечно, выглядит зачетно. Да, электричка. Да, номера электромобиля. Будущее наступило. Красивая осень в этом году. Опять вечер. Сегодня освободили. Обменяли, точнее, наших 107 человек. Раненых, тяжело раненых. Но у нас темно по-прежнему иногда. Аккумулятором можно обращаться, друзья. GM есть 70-е, сейчас 60-е, 95-х пока нету. Но едут будут и 95-е, 105-е. Да, надо очень осторожно, конечно, ездить. Неосвещенный город — это жесть вообще. Это просто видимость. Еще когда дождь идет, это просто жесть. Ну ничего, потихоньку все нормально. Пешехода вообще не видно, просто вот он появился из леса ниоткуда просто. И тут же с противоположной стороны с собакой. Ну вот видите, ну так фары как-то, на камере лучше в общем видно, чем реально. Блин, опять дети подземелья. Второй раз сегодня свет тут у нас отключают. А тут есть, тут нету. Да, ну ничего, мелочи. Вот это жестяк, вообще ничего не светится. Ни одного дома, там должны в 7 тут в нашем районе включить свет. Смотрите, все темное. Ни одного окна, ни одного фонаря. А тут ничего не светится, но светофор работает. Нормально, ну все так люди аккуратно ходят, ездят. Стараются не нарушать. Снизил скорость, почти остановился. Вот этот легендарный дом. Вот тут этот Новус. Здесь жил клапан. Здесь жил клапан. А сейчас он в Майами. Тут по радио рассказывают. 15 031 человек в Афганистане погиб. Она сейчас 74 тысячи. По официальным данным, 70 свинособак ликвидировано. Да, брешут. Да, обманывают про Афганистан, конечно. Думаю, там цифры совсем другие были. Ну, это так, как сейчас хуйло рассказывает своим искренне верящим дегенератам про цифры свои. Блин, так в Дарнице темно еще не было. Вообще темно. Ну, ничего. Я уже говорил. На дальнем иду, на дальнем по Дарнице. Блин, стекло немного сейчас. Я выключил дальний. Все будет хорошо, ничего страшного. Так, быстрый обзор заднемоторных спорткаров. Зеленая мечта на месте. Горбатый номер один стоит. Горбатый номер пять стоит. Так, ну что, теперь осталось, вон консьержка, закарабкаться на 15 этаж с ноутбуком и едой. И все, можно отдыхать. День прошел хорошо. Все нормально. Блин, высоко. Блин, забыл мой любимый оффроудный фонарь у меня с собой. Так что мне темнота не страшна, все видно. Вон, смотрите, все зеленое еще. Хорошая осень в этом году. Не считая то, что хуйло нападает на нас периодически. БХ-семерочка на шницерах.
очень идут и эти диски. Блин, в феврале 15 лет, как она у меня. Когда я иду пешком, все время один и тот же фильм вспоминаю. Такой немножко антиукраинский, но фильм ничего. Ну, человек неплохой там такой показан, вроде за правду борется парень Сергей Бодров. Ну, думаю, не поддержал бы он эту пидоросню всю, которая там комментарии мне активно пишет, свинособаки. Блин, только пятый, еще далеко. Сейчас покажу вам, как вечерний Киев выглядит в эти дни. Фух, блин, тяжело. Блин, 11-й, еще далеко. Фух, вот это нормальное кардио такое. По вечерам, иногда утром. Ну, утром вниз. Вот он, вечерний Киев, красавец. Этот перекресток, на котором, который мы увидели первый во время войны. Тут были пробки. Свет есть. Вот там правый берег. Где-то лавра. Не видно сейчас. Свет есть, все нормально. Местами отключают. Давайте быстрый обзор зоопарка. Так, бультерьер Ами. Крымская жительница, кошка Кася. В этом году ей 18 лет. Вот, исполнилось уже. Так, где-то еще тут есть животное. Так, это Брюс. На переднем приводе, правда, сбила его когда-то Chevrolet Aveo. Но мы его все равно любим. Много лет он уже так. Ну, ничего, нормально. Где-то еще одна кошка. Сейчас найду. Что, бультерьер? Ну, вот еще одна кошка. Это не та, что была первая. Это Алиса. Она запрыгнула в Бэху семерку как раз в ноябрьские дни. Лет 8-9 назад уже сбились со счету. Алиса. Это самая смелая кошка в мире. Есть там видео. Так, ну свет есть нормально. Что там, бультерьер? Дома лучше, скажи, чем в бандеровском логове. Там тоже было неплохо. Свежий воздух.